Всем привет, с вами снова Арклит, и это 25-й выпуск передачи «Миссия невыполнима». Хочу поблагодарить Зима за то, что подменил меня на несколько выпусков, а также вам, дорогие зрители, за конструктивную критику. Я прислушался к вашим комментариям, и для этого выпуска взял максимально хардкорный сетап. Сегодня вы увидите ОИ, 2 канон Ягдпанзера, а также 4 Пантеры 2 с фугасницами 105 мм. Фугасницы 105 мм подразумевали борьбу на ближней дистанции, но все мы знаем, что Пантера 2 это сарайный картонный танк, на котором сближаться с противником крайне нежелательно. Поэтому нам приходилось делать упор на канон Ягдпанзера, которым разрешены были исключительно бронебойные снаряды и фугасы. Что ж, давайте посмотрим, насколько невыполнимой оказалась эта миссия. Первая карта – Прохоровка в обороне. Основной задачей на этот бой для нас стало заманить противника на захват и, пользуясь складками местности, расстреливать его фугасами, не давая сближаться. Значит так, план такой. Одна ПТХ едь сразу вот сюда, как светляк, становись в кусты. Вторая ПТХ подъезжай наверх горы сразу вот сюда вот, отсвечивать. Пантерами подъедем пока что на центр. Только аккуратно, в лицо не получайте лишний раз, если никого не видите. Зарядите кумулятивы, будем ловить кромвеля с 54-кой. Так, это там может Зима, широко, ты на переезде встань, наверное. А, тут, ну да, кстати, покажу. Лучше, да, буду снайпери. Воу, алло, ПТшки, вы меня слушаете? Я говорю, одна ПТшка сюда, одна сюда. По респу. При чем здесь? Да шлево, если враг свои хочет. А такой, не знаю, как по респу ездить, ай-яй-яй. Только не воюйте, вам главное отсветить. Кромвель. Ой. Пробуй там аккуратненько. Чтоб тебя немножечко не поломали. Тройки где-то могут сейчас приехать к центру. Блин, у меня 5-4 смысл. Да. И тройки могут, кстати, вот тут ехать. Да, скорее всего, потому что 5-4 поджалась прям агрессивно. Ехать можно сюда перевалить. А ты можешь где-то вот тут, вот тут в кусты а не стать? Центр КВ-4. А там может быть только КВ-4. Нормально переехал? КВ-4 там что-то от меня хочет. Так, нам походу надо на деревню переваливаться. А Мар, может уехать ему просто? Да, ухажается. Блин, я не попал. Мы сейчас лицо не оторвали только. Ой, КВ-4, а я в КД. Чувствую себя нуклером на этом переезде. Клид, уйдешь? Да, ушел. Ну тройки у них на аллее вот здесь устоят. Понятно. В принципе, мы в дефе можем там. ПТшка, переезжай вот сюда, с горы вот сюда можно спускайся. А у меня уже прострели они. Okay. Ой, загуслил. А, Мар, уезжай, да, может кто-то ПТшка еще поедешь. Ого, пробитие в КВ-4. Я попробую сейчас ему кинуть, если я не засветил. Это, блин, 300 метров. Ой, это что-то я вообще не то сделал. Нормально. Знаводчик. Ой, мама. Отсюда тройка килла. Прям уже вот здесь тройки. Угу. Так, а, они сейчас захват все въедут. Нам надо будет как-то, может, вот этих вот запушить. Надо да. Вот эту сторону да. Отжать. Я поэтому а я буду говорю, сбивать что ПТшка здесь. Один. Нужно забрать а вот эту еду. Вот сторону. Ой, я в свету, короче. Тут... Сколько а, кромвеля хп? Там он ваншотный, по-моему. А Мара надо тоже забирать отсюда. Зачем он тут? Хотя они что-то вот они захватывают. Помогите с кромвелем. Пробей его так кумулятивом осталось. И все. Хорошо. Я тут блин, там тройка осталась нет. На этой стороне. Мне дальше или пока тут? Едь дальше, едь дальше, едь дальше. Едь, тебе надо тройку забрать за ПВП. Тройка дальняя на рейк, да. Дальнюю тройку едь ПВП. Осторожно, да, нам надо нужно помочь на эту тройку петь, ломануть да. И сбить, соответственно. Да, если мы тройку убьем, то мы будем сбивать изи вообще. Нет, если ты выйдешь, сразу умрешь. Мне нельзя, и вот шуту тоже надо уехать отсюда, тебе надо без наводчика. Ну, у нас Зевс ловит. Надо сбивать. Да я Мару надо сейчас, уехать. Сейчас он тройку отвлечет. Только Кирилл отвлечет. Аркадий, надо сбивать. Дальний надо выезжать сбивать. На вниз откатилась, кстати. Я по передней, ты по дальней.
меня тут контролят. Я там кинул 5-4 раза. Убил с одной. Там еще и дальняя фуловая. Вот отсюда можете как-нибудь отсудить? Да я... КВ-4 на нас едет, пацаны, можете как-то по КВ-4 спину накидать? Сейчас, я могу, кстати, сейчас, через 4 секунды, сейчас веду. Надо ССА фулова сбить, надо его сбить. Могу по КВ-4, надо сбить. Едь, свети, канон, едь, свети с переезда. Просто так, едь на них, они на нас смотрят. Давай, ребята, надо просто... Ком захват? Не на нас смотрят. Кого-то. А вон... Вот надо. Отлично. Все, сбили. Пантеру, пантеру. Давайте аккуратно теперь, просто аккуратно. Боком развернулось, нормально, ломаем. Уже в крышу. 5-4 КД. Не знаю, Мару, он смотрит. Давайте 5-4 доберем. Нормально. Мы... Да все добрали. Пантеру надо. На гусле. Хорош. Отлично. Все, разбираем этих простухов. Этих простухов. Такие уроны вылетают у вас. Он вообще с рядом кинул. Какой ты просто джентльмен. 140, вот это урон, вот это я понимаю. Просто у пацана оторвалось хп. Напоминает рейд кого-то этого, рейд по фокусу. Да, рейдбосы реально просто ездят такие. 90. По полпроцента, по проценту. Ну за что? Сейчас пока их убиваю, мы есть кто-то, убивать. Ой, что-то он на меня смотрит. Прикинь, они бы еще хп могли регенить. Это было весело. Не, спасибо, не надо. Ой-ой, куда-то уроны вылетают просто. Так добей надо уже. А, добила. Давайте, пацаны. Сосочки, нормально. Стоять. Ай! Да ты ж лучше не умирай, но больше нет. Давай. Я могу стрелять нормально. No. А, не, нормально. Ну, план ему. 175 урона. Баба. Чё себе. Отлично. Так, Этого же... Вторая карта, Химмельсдорф в атаке. По уже сложившейся традиции для сетапов на фугасах, мы заняли гору. А после того, как увидели противника у подножья, решили воспользоваться способностью Пантеры 2 к тарану. Но, к сожалению, в теории это выглядело гораздо лучше, чем оказалось на практике. Как всегда, пытаемся отсюда отсветить. Mm-hmm. Если кто-то в бойницах есть, заплевываем фугасами. Толстый, ты стоишь здесь, смотришь нам спину, ПТшки, вы пробуете с горы. Может, я лучше потом приеду, сам буду фугасами, меня фугасами мало. Да ты долго не... будешь ехать. Ну, пока я приеду, потом со мной кто поменяется, пока покидаете. Ну, я типа больше кину с фугасами, там кто-то будет. Ну, только тебя, скорее всего, отсветят, когда ты лицо высунешь. Кстати, да. Миха, правее чуть-чуть. Просто стадо бегемотов на гору забирается. Ты капец. Ой. Сзади такой босс едет. Да, реально. Атаку, говорит. Подождите, только по одному не выглядывайте, надо, чтобы вместе, там какая-то мелочь, чтобы мы сразу сдули. Хотя там тройки могут быть. И было прикольно, если бы 4-ка подъехалась там, почекать. Да, на лицо. Угу. Ты куда поехал, Михайлов? Да, тройки ой, стоят что-то освещать. Они... Это не похоже на прошлый выпуск, смотрели. Карстрайк, отстреляйте, пожалуйста. Ты много хочешь. Там или таранить, или уезжать. Да, надо таранить. Тогда я сейчас еду. Поехали? Давайте, вот. Поехали вместе. Надо... Торан, надо... ура! В атаку! За... Ну, подожди. ПТ-шки, его с нами? Ну, конечно, да, уже смысла нет стоять. О, первого. Фарфас не разделены, они ничего разделены. Себе, да, смотри, а, спасибо, что притормозил и меня вперед пропустил. Ёбан, все, ой, пацаны. Вот это вот засветы ранним. Гениальные. Кстати, каждый на торане... Я беру дальнего. Фокусим одного. 900 давайте. Да, давайте 900. Кумулятивами в пукан, не забывайте кумулятивами в пукан. Какому ли в пукан? ПТ-шки давайте там. ПТ-шки забери 130. А вот это... 900 хп можно. Попой стоит. Фокусите, 800. Ребята, что вы по разным-то стреляете? Добирайте правого 700 хп, ПТ-хи. Я лечу. Амар, ну что ты делаешь? Ой, 5-4, по фокусу же надо выйти. А вы задолбали? Туда хочет.
Все, следующий 600 хп. Инхиба, тащи, Амат. Ну что такое, не могу. Я попробую вам сейчас стройкой вот этой помочь. 300. Стреляй, если... Отъедь. А, ты на гусли? Забейте болт на троек, заберите левую PS4. Да, Мар... давай, Зим. Да, Амар, Амар, назад. Хорош, вот как я дочь. Куда тебе попадай? Сейчас на саму починится. Только смотри, тараном. Сзади сейчас вторая 54 приедет. Хорош. Давай, Зим, убивай их. Убивай их всех. Танканул. Не, он не стреляет. Давай прям как Шаниш, один час. Слушай, я могу его вот сейчас так вот. Оп! Сел на лицо. Ай, ну тебя не звали, друг. Нет, можно выложить, он нормально. Третья карта – Заполярье в обороне. Мы опять решили выманить противника на открытую местность и, держа дистанцию, понемногу закидывать его фугасами. Так, ну давайте мы сейчас в дефчике. Пантеры, давайте скатимся вот сюда в ямку, попробуем отстрелить вот здесь вот в борт их на подъезде. Один канон. Ты давай у нас встань вот сюда, вот будешь отсюда отсвечивать их на вот этом проезде. Один заезжай вот сюда, на эту нычку. Зим, ты едь на балкон. А, я снайперю. Тран. Понакупали тут прав и врезаются потом в горы. Так в горы можно. Ну ладно. О, да, 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 давайте сейчас подстрелим. Смотрите, что с ним там не вышло. Каир Нарвона надо. Каир, да. Кстати, его можно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что-то... Я сейчас вижу, что-то не пошло. Вот здесь уже ЛТшки. Да, он ЛТшки. Давайте попробуем сейчас ЛТ-шек отловить как-нибудь. Переехать не высовывайтесь как-то подтяжи, вот подтяжи не высовывайтесь только. Уехать от тяжи и приехать в ЛТ-шек. Да, да, да. Толпой, да. Задавить их и убить, потому что тяжи не помогут. Я пока тут тяжи постреляю. Мы типа захват только можем подбивать. Не, он вас же отсветит. Канерон мне кинул, по-моему. Да, ё-май, почему я свечусь? Потому что вот отсюда светит. С рогами, ну не с рогами, просто пленкой, короче. Ладно, сейчас стало, не буду стрелять. Он не светит уже, он отъехал оттуда. Но меня он засветил как-то. Но я же не стоял. Подожди, МТшка, МТшка тут в кусте. Не-не-не. А, давай. Посмотрите аккуратнее, потому что я сразу засветился. Давайте дрова поломал. Вот, можно его отстрелять. Вон КРН, КРН. Да, я свечусь, он там стоит, короче, в кусте МТшка, аккуратнее, высветился. Нормально, одна нормальная альфа влетает. Я не знаю, в каком он кусту, но прячемся, где-то стоит. Прячемся, прячемся. Может, просто вот тут где-то. Там две 54 получается на линии. Да, только две. Где-то внизу, по-моему, в кусту. А можно еще вот этих осветить как-то? Не, меня уже светит. Да я... Он светит, МТшка. Зим, снизу... ты можешь набландить вот эту гадость него? Я не могу, пушка не склоняется. Можете снизу объехать. Бортом повернись, бортом повернись, будет пушка пустая. Да, и вот этих троек получили на всех хп. Тройка следующая. Ну мы в дефе, пусть не стоят тебе там снайперят. Не-не-не, по-любому здесь танк стоит, по-любому. Ну да, я свечу сразу, или наверху. Пробуй сейчас я, я тут кус уже вставлял, уже не знаю сколько потом. Сейчас тройки будут. Стреляй еще. А тут вот уже которые перетягивают. У меня тут уже друзьяки. Да, давайте пантеры перетягивайтесь, я тут в ямке постою. Я сюда поеду, буду отстреливать. А, я все свечусь, свечусь. Вот, видите, вот там тройка еще катается. Просто на расстоянии их отшпиливаем вообще. Сейчас тройки пробую кинуть. Тройка по полю едет, алло. Полю, да, да, с едет. Радостью, сейчас. Мне уже хелпа нужна. А вы, я там в просвете. Главное, экономить, не рикошет. Умирайте. Надо вот этого пацана в поле как-то разобрать. Я б с радостью. 500 надо. Так, ЛТХ еще здесь. На. Разбивать сейчас будет. Да, да, да. Там Зим, я думаю, сбивает. Я пока в КД, посмотрите, сколько у меня еще. 17 секунд. Ах, не успел. Вот, КР, он, КР, МТХ. Ну я на бланде.
Но он меня развлекает. Каена, он на усле. Топ-лот. 54 еще до сих пор здесь почему-то. Каена, отлично. Хорош, хорош. Я к вам перетягиваюсь. Можно, кстати, я палаты вскочил. Отлично, отлично. Упал. Сзади я матрю. Надо 35 хп добрать, да, доберите как-то фугас. Там вообще-то закрывает. Я сейчас буду сбивать через... Хорош. Били уже. Он едет. Осторожно, сейчас 54 приедут, я ушел с того фланга. Все, убил 35. Да-да, поехали. Дали. Кто фуловый, я танковый, значит. Там больше всего. Ой, я ел. Да какая разница, просто тараном. Тараном, ура! У меня тройка. А реально, кстати, тараном. Я пробую сейчас на кого-то прыгнуть. Где 5-4, я хочу прыгнуть. Да чё вы такие? Я не доехал даже. Рано. Но... Михаил, отъедь. Ой-ой-ой, тупо тимплей. Это вы жесткий. Тупо тимплей. Вон АПТшка не умрет, а тут 54. Чё, 54 кумулятивом можно, да? 54, по-моему, сейчас через ямку попробуют. Я хочу на него прыгнуть, а он не едет. Я нет, тоже хочу 54-ки тараном. По первой базе проехал. Или к нам прям. Назад, что ли? А, вот, а, вот о, как он приехал. Его понизим. Успел кумулем. Долго летит. Ай. Можете ворваться, вот задавить, но он уезжает. Сам сейчас ворвется. Да, мы-то в дефе. Просто стрёмно, что нас на одного он отвлечёт, а второй нас будет обстреливать. ТХП, в принципе, нет. У них осталось времени, они ничего не успели. Да, поехали тогда чудо. А, не свечусь, он второй тут с ним. Объединились, по-моему. Да, конечно, да, да, на месте. Ой, они он... О, они сами едут. Я по пан зайду. Так, ну надеюсь, они меня таранить будут. Не пробил. Я на Торан еду, пацаны. Оставьте мне Торан, понять. Правая выстрелила, понять. Мститель вылазит. О, а да. Чё он там в ой, этом вот самом... Ой-ой, ты чё, кумулём пробил? Да. Хорош. Так, что вы творите? С поджогом в башню. Нормально. Там капитан Торан на двигатель упал. Дайте Торан. Ну... Ну я нечаянно. Я не знаю, как я в него попал. Рудники в обороне. Увидев в сетапе врага два бульдога, мы сразу же попытались убить их при попытке заехать на гору. Но после этого наш план пошел под откос. Мы можем сейчас подъехать на гору, забрать собак и потом упасть с горы. Мы в дефе, нам все равно. Давайте, значит, сделаем как, ПТшки, вы едете сюда, будете тройкам в борт накидывать, когда они будут на гору подниматься. Пантеры, мы заезжаем, забираем собак и сразу уходим с горы. Зим, ты останься, наверное, на базе, рентгенить? Вот тут вот, где-то стоит. Мне рентгенить надо будет потом тут стоять. Хотя да, иди на рентген лучше, да. По бульдогу, давайте кумулятивы зарядите, чтобы собак пробивать. Осторожно, только тройки могут на отстрел встать. Сори. Пофиг. Куем. Ой-ой-ой. Пси. Только ты не двойной, живу. Не дабл дэмэдж, а трипл дэмэдж получишь. Я пробую снизить. Дим, давай, ломай собак. Ну я медленный, что ему сделать? Я-то поломаю одного. Так, Михайлов, тебе надо отваливаться оттуда. На тебя тройки сейчас могут упасть. Ой, как хорошо, шлепнул. Бегите, пацаны. Да, там? Пацаны, надо все, надо пора отчаливать отсюда. Нам здесь не рады. Вам вот сюда надо, на остров. Да, сейчас перекатываемся. Да, сейчас надо отсвечивать, чтобы их подъем на гору. Сейчас я попробую перекатиться, надеюсь, мне лицо не оторвут. Ой, а что вы до сих пор на горе там делаете, ребята? Мы уже падаем. Куда? Ну, куда вы падаете? Сейчас реально в ангар будете только падать. О боже. ПТшки, переезжайте сюда. Хотя бы бульдожку бы забрать, чтобы легко. Михайлов, тебе надо сейчас текать надо будет. Все, текает. Так, я сейчас под камень. ПТшки, объезжайте вот сюда вот и надо убить троих, которые под горой стоят.
Вот сзади, сзади тройка, тройку убивайте, тройку, сзади тройку убивайте. Да-да-да, давайте сзади. Я сейчас скину ей на чуть-чуть. Она тут пробуйте, одна, пока. Пробуйте за заходить, кто может быстро. Ой-ой-ой, ой, что-то я зря сюда приехал. Они падают на вас, пацаны. Блин. Зато можно забрать, она тут сама тут стоит. Он КД разбирает. Придите. Я танкану там от него. Хит-бей. Вперед надо ехать. Нет. Ой, сорян. Нет. Мне надо просто блин, я отвлекся и все, меня сейчас сломают бесплатно. Типа не пробил меня вот сильно. Ой. Я кинул. Брош. Да лол. Хоть напоследок. Они гонятся за мной. Кинул. Меня сейчас убьют. Мы в дефе, пацаны, мы в дефе. Так что старайтесь лишний раз не... О, так уходи, 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 шут. Уходи, беги просто. Под ПТ-шек надо вытащить. ПТ-шки защищайте шута. А, куда вот одна ПТ-шка. Себя защищают. Ой, ну... Попадай. Не пробитый рикошет. Ай-яй-яй. Сзади пацан уже, да. Да это Изи Колобанов. Анатолий всегда так делал. Это месть от Бизона умер. Это был, пожалуй, один из самых беспощадных сетапов на моей памяти. Огромное количество ИСов третьих в командах противника также не помогало ситуации. У нас было целых 20% побед этим сетапом. По традиции, оставляйте ваши предложения по сетапам для следующих передач в комментариях. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем выпуске.